Еще одному кандидату в депутаты Госдумы от «Единой России» прокурору Крыма Наталье Поклонской сегодня задали вопрос о президентских амбициях. Правда, она сочла его провокационным. Прокурор все-таки. Говорю об одном. Я мечтаю, чтобы с Божьей волей, с Божьей помощью стать надежной защитой и опорой нашей Родины. И быть в команде президента нашего. Поклонская также не стала называть кого-то в качестве замены на посту прокурора Крыма в случае своего избрания в Думу, но отметила, что достойные кандидаты найдутся, и решение это в руках генпрокурора России. Программа, которая изложена. Я надеюсь, что он отметит тех сотрудников, которые уже проявили себя в качестве патриотов России, которые проявили себя в самые тяжелые времена для Крыма. Это местные сотрудники прокуратуры Республики Крым. И в самые тяжелые времена, в 2014 году, встали как один на защиту Родины, на защиту крымчан, обеспечили правопорядок в период проведения референдума. Хотелось бы, чтобы руководство отметило таких сотрудников прокуратуры республики.